6 августа наш президент подписал указ о запрете импорта ряда видов продукции из стран Европейского Союза и Соединенных Штатов, соответственно. Я думаю, что наша экономика выживет. Я думаю, это очень хорошо отразится на нашей сельскохозяйственной продукции Белоруссии. Я также знаю, что Россия сейчас делает договора с странами Южной Америки и с Турцией. Поэтому я не думаю, что мы очень сильно пострадаем. Конечно, это отразится и на экономике Европейского Союза. И эти акции, как я читала, они были приняты в связи с ответными акциями на санкции, которые Евросоюз наложил на какие-то предприятия, какие-то компании Российской Федерации, поэтому это просто был необходимый ответный ход.